Всем привет! Ха-ха! Доброе утро! В эфире наш «Покажи класс». Ух ты! А у тебя неплохо получается, Степашка. Да? Спасибо. Дай-ка я посмотрю на твои поделки. Вот. Вот, у тебя тоже. Красота. Молодцы мы с тобой. Утро провели с пользой. Да. А куда мы поставим наше творение? Ай, свои поделки я кому-нибудь подарю. А кому? А лучшему другу. Ну, а кто у тебя лучший друг? Пока не знаю. Ведь мы вместе дружим. Я, ты, Филя, Хрюша, Мишутка, Каркуша. Как понять, кто лучший? Да, это и правда сложно. Может, лучший друг должен быть похож на меня? Какой-нибудь лев, леопард или кот? Не знаю. А как же тогда, по-твоему, подружилась вот эта парочка? Друзья. Милана аккуратно кисточкой водит по поделке. А у Лёни совсем другой творческий подход. Площадки главные заводилы. А с родителями большие помощницы. Кажется, я понял. Лучший друг тот, кто рядом в трудную минуту, с кем интересно болтать часами. Да, наверное, Степашка, ты и есть мой лучший друг. Ой, ух ты! Правда? Это так приятно слышать. Дарю тебе свою поделку. А я тебе свою. А давай теперь что-нибудь вместе сделаем. А что? Ну, например, можно клип снять, как это делают лучшие друзья, морские свинки, из следующего видео. Интересно посмотреть. Ребята, всего хорошего! Снимайте свои видео-визитки и присылайте на конкурс «Покажи класс». Подробности на нашем сайте. Увидимся в эфире! Пока-пока! Пока!